13 мая в торжественной обстановке в зале Десногорского городского суда был приведен к присяге новый мировой судья судебного участка номер 19 города Десногорска. Вакантную должность заняла Екатерина Войтенкова. Судейский молоток ей вручил председатель Десногорского городского суда Денис Калинин. Постановлением Смоленской областной думы 25 марта 2021 года номер 134 Войтенкова Екатерина Александровна назначена с 5 апреля 2021 года мировым судьей судебного участка номер 19 муниципального образования город Десногорск на трехлетний срок полномочий. Торжественно клянусь честно и добросовестно исполнять свои обязанности, осуществлять правосудие, подчиняясь только закону, быть беспристрастным и справедливым, как велят мне долг судьи и моя совесть. Екатерина Войтенкова получила юридическое образование в Московском институте государственного управления и права. За ее плечами более 6 лет стажа работы в области юриспруденции. С августа 2014 года по апрель 2021 она работала в Смоленском областном суде. Сначала в должности секретаря, затем секретарем судебного заседания. С марта 2016 года до назначения на новую должность 20 апреля 2021 была помощником судьи Смоленского областного суда. Как признается сама Екатерина, принятие присяги для нее – серьезный и волнительный момент. Она хорошо осознает, что статус мирового судьи – почетный, но одновременно очень ответственный и важный. Постараюсь оправдать оказанное доверие, вложить свой вклад в укрепление авторитета судебной власти, обеспечить справедливое разбирательство и принять все возможные меры для оптимизации судопроизводства. На церемонии присяги также присутствовали коллективы Десногорского суда, мировых участков номер 19 и 52, представители прокуратуры города, службы федеральных приставов и полиции. Все они искренне поздравили коллегу с началом нового профессионального пути. Виталий Волков, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.